Не поспел Драгичинский агрогородок Бездерж справить свою после великодную карагодную традицию стрелка, как импровизованный селянский подворок с гучной назвой «Каля Плесу» знов собрал гостей. 12 аматорских коллективов из усёй Брестской области у пятый раз объединяла областное свято – конкурс фольклорного мастерства «Таночок». Идея свято створения возникла тогда, когда отчинилось это подворье. И тогда, вот тут приехавшие на это подворье, я пообещала, что мы сделаем тут интересное свято. Попросила отдел традиционной культуры нашего центра. И вот девчата мои такие понтаны придумали и назву, которая взята с Драгичинского района «Таночек». И такое разножанровое фольклорное свято. Сегодняшний «Таночек» – это не просто танцы, спевы и устная народная творчесть. Это еще и демонстрация узоров декоративно-прикладного мастерства. Выробы из глины, соломки, текстилю привезли районные дамы ремесла. Восьмигодовый антополец Матвей Даугун у фесте удельничает у першиню. А плетением поясу у вогули займается только 3 месяца. Самое сложное – надо иметь терпение. Сколько приходится сидеть, не вставая на месте? Пока не соткешь пояс. Поясы и кашули, андараки и фортухи, хустки и намитки, что не коллектив, у каждого удельника особный неповторный строй. Запрошенный с Любанщины коллектив «Веробейки» мае строй у всех 19 своих весок. На «Таночку» демонструе 5. Мы приехали сюда в качестве гостей. Нас пригласили наш руководитель Сергей Георгиевич Выскорко, он председатель жюри конкурса. Ну и приехали мы показать пару танцев. Это действительно наши местности танцы. Например, «Ливониха», «Краковяк», «Месяц», «Под Испан». Свои мясцовые струи, танцы и спевы привез со Столинщины и Мачульский коллектив «Згадка». На Бездерском фестивале яны уже у 4-й раз. Сёлета выступили так, что взяли галунный диплом у номинации «Ансамблевые спевы». Народная культура, фольклор, особливо берестейщина, вот наши местины, и они настолько богатые и настолько невычерпальные, что каждый раз нечто бачишь новое, нечто интересное, находишь некую такую резиночку и думаешь, ах, вот я этого еще не видела, а я этого не бачила. Акрамя коллективных спевов оценивалось на святе и соло-выканание, а так само танцы, декоративно-прикладное мастерство и устная народная творчесть. Лепшие по выниках конкурса представят Брестскую область на Галовном республиканском фольклорном фестивале «Берагиня». Он пройдет сёлета у Гомельской области.